В детско-юношеской спортивной школе станицы Северской состоялись соревнования «Семейные старты» для особых детей и их родителей. С приветственным словом к собравшимся обратился глава Северского района Андрей Дорошевский. Я уверен, что вы, каждый здесь уже победитель. Вы замечательные родители. Вы отдаете всю свою душу, все свое время своей семье, своим детям. А дети ваши, я вот присутствую уже третий раз на этих мероприятиях. Я смотрю, здесь каждый год все сильнее, лучше, быстрее, активнее. Все это благодаря вам. Спортивные соревнования прошли в праздничной предновогодней обстановке. К ребятам в гости пришли Дед Мороз и Снегурочка. Акробаты Северского района подарили несколько ярких выступлений. Участники семейных стартов – дети, чьи возможности принято называть ограниченными. В спортивном зале собрались те, кто может поспорить с такой формулировкой. Для многих из них занятие физической культурой – часть жизни. Каждый день они преодолевают множество трудностей, при этом оставаясь позитивными и энергичными. Ребята вместе со своими родителями приняли участие в нескольких эстафетах, проявив силу духа и стремление к победе. В этих соревнованиях победила дружба. Всех участников спортивного праздника наградили медалями, сладкими призами и подарками.